Популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Главная цель всероссийской акции – диктант здоровья. В его написании приняли участие ученики Самарской школы номер 57. Среди них девятиклассница Виктория Гребенец. Рассказывает, правила личной гигиены соблюдает постоянно, а знания решила проверить во время диктанта здоровья. Вопросы были не особо сложные. Например, был вопрос, как часто нужно проветривать помещение. Более 2-3 раз в день. Мне понравилось участвовать в этом диктанте. Я бы хотела еще раз посетить такое мероприятие. Диктант здоровья – это всероссийская образовательная акция. В ней могут принять участие все желающие старше 13 лет. Для этого нужно ответить на 39 вопросов, разработанные ведущими научными экспертами Роспотребнадзора. Вопросы достаточно несложные, но важно помнить о них каждый день для того, чтобы применять их на практике, оставаться здоровыми. Это актуально как в моменты повышения заболеваемости ОРВИ в осенний период, это важно летом, чтобы правильно кушать фрукты и овощи, обязательно их мыть. Это важно каждому. Диктант пишут все старшеклассники в разных регионах страны. Вопросы для них зачитывают научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, актеры, блогеры и спортсмены. Для учеников 57-й школы диктант провел Юрий Косых, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ. Ведение здорового образа жизни – это половина успеха не только в спорте, но и во всех сферах жизни человека. Поэтому мне хочется рассказать ребятам о том, что это так важно. Написать диктант можно до 21 сентября. Желающие могут пройти тестирование на сайте Роспотребнадзора. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.